Итак, просто добрейшего всем здоровья, всех рад приветствовать на канале GameLair. Меня зовут мистер Фриман 315. 20, не побоюсь этого слова, четвертая уже часть прохождения модификации «Упавшая звезда. Честь наемника». Да, ребят, вы, наверное, видели вот этот мастер-класс, я не знаю, гипноза, телекинеза, или как это можно назвать в прошлой части моего прохождения, когда... Ой... Это барышня наша, за которой мы охотимся, да? Вот это вот просто вынесла, ну... А, вот это вот, да, ребят, вот это, Рипли. Просто вынесла в хлам, сколько, ну, 10 человек точно, причем силой мысли. Они просто упали замертво. Да, просто упали замертво, это, конечно... Немножко привело в шок, но что делать? Все-таки придется мне ее как-то убить, как пока не знаю. Так, а что это за паренек сидит на свалке? Кстати, ребят, да, наконец-то я добрался до свалки, где мне нужно с Хьюго встретиться. Так, вот она находится здесь. А это синоптик. Привет, друг. Привет. Че сидишь? Друзей моих заложники взяли. Кто? Армия корпорации. Пьяные. Арут, тащи два ящика вискаря, отпустим твоих кентов. Слушай, по тебе видно, мужик, ты жесткий. Выручай, а? Сколько заложников? И сколько GRC? Двое. А этих человек 10-12. 100 тысяч. У меня нет таких денег. Тогда ищи вискарь. Убьют ведь их. Мне какое дело? Слушай, я тебе схрон укажу. Там винтовка выхлоп. 200 штук стоит. С выхлопом сам можешь... Перещелкать джерси, как в тире. Я не солдат, я ученый. Мы занимаемся разработкой компьютерной системы прогнозирования погоды в зоне. Вещь-то всем нужная. Нужная, согласен. Ну хорошо, давай координаты. Так, забрать винтовку из хрона. Огневая позиция, тайник. Ага. Вот так, значит, да? Ну окей. Давайте, наверное, сейчас сначала глянем, что в тайнике. Действительно ли там винтовка? Кстати, а чё ж я с ним не поторговал? Может, у него деньжища есть? У меня тут хлама накопилось. Караул. А ну-ка. Ребят. Сейчас глянем, сколько у него денег у этого синоптика, то он у меня нет денег. А у самого, может... Да, у самого действительно нет денег. Не обманул. Ну ладно. Так, пока бежим, давайте гляну, что у меня здесь есть. Короче, ребят, сейчас если у Хьюга деньжищ не будет, я повыкидываю половину всякого барахла ненужного. Чё мне его таскать с собой? Вот к Даггеру патрончиков бы надыбать где-то. Только где? Пока не знаю. На эту долбанную собаку в прошлой части ушло, ну, порядка 900. Да, 900 патронов я точно на нее потратил. Если не больше. Поэтому немножечко поиздержался я насчет амуниции. Так, а мы пока идем сюда. В обход. Так, это огневая позиция. Но мне сейчас пока нужна не огневая позиция, а посмотреть, что в схроне. Кстати, ребят, у этих жмуриков что-нибудь может быть. Ну, ладно, бог с ним. Не буду даже смотреть, что там у них. Так, а вот где-то уже тут должен быть схрон. Сейчас проверим, что там лежит. Так.
Что-то я пока не пойму. Ничего я здесь не вижу, ребят. Блин, странно. Даже рюкзака никакого нет. Чё за фигня? Как туда пробраться-то? Не, ничего не пойму. Написано схрон здесь, а где? Где здесь-то? Странно. Очень странно. Ребят, короче, я понял как. Вот так вот сверху, видите? Прям становитесь на этот ящик. Раз, и все, вот он тайник. А вот он выхлоп. Слушайте, серьезная пушечка. Реально серьезная. Я думаю, я ее себе оставлю в любом варианте. Правда, еще надо патрончиков на нее надыбать. У меня всего 5 штук. Те я продал, наверное, поспешил. А, нет, не продал, я их в саркофаге выложил. Точно, точно, да. Я их выложил в саркофаге. Так, что у нас теперь? Теперь у нас занять огневую позицию. Ну, хорошо. Давайте займем. Так, снова мини-вставочка. Так, значит, всего по линии 5, 5, по-моему, да? 5 ребят. И нужно их быстренько всех вынести, пока они не вынесли заложников. То есть это как такой интересный челлендж. Хотя нет, ребят, их не 5, их больше. Как бы их так быстро всех поснимать? Так, сейчас мы сразу сначала определимся в бинокль. Да не, каких 5? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Короче, прилично. В принципе, и Даггер тоже справится. Раз, два. Три. Кто там еще остался? Так. Вот этого четвертый сейчас уйдет нафиг. Разрывной пулей. Так. Ну и все. Походу. Пошлите добивать остальных. Где? Ах ты, сволочь, блин. Молодец, попал четко. Так, все или нет? Не, не все.
Где-то еще один гуляет. Ну, теперь все. Так. Что самое интересное, ребята, у них есть патроны к даггеру. Это очень хорошо. Шустрый какой. Так, вроде всех перебил. Сейчас, наверное, надо побеседовать с заложниками. Так, где они? Они куда-то побежали, ребят. Ну, понятно, они поняли, что надо текать быстренько. Это да. Что-то в этом логичное есть. Мало ли кто я такой. Может, я их сам сейчас в заложники возьму, правильно? Так, блин, неплохо, а? Как мы прибарахлились для даггера. Ну вот, опять у нас 1000 патронов. Красота, да и только. Ну что, ребят, теперь к Хьюго, в принципе, идем. Здесь нам больше пока делать нечего. Да Хьюго тут рукой подать. Что ж он нам сейчас расскажет интересного? Так, Хаммер стоит на своем месте, никуда не делся. Хотя вот я думаю, может, надо было с заложниками побеседовать сначала. Ну ладно, убежали, убежали, бог с ним. Бандюканы. Им даже продать нечего. Денег не имеется у бедняк. Еще и Гоша резанный тут. Так, ладно, давайте с Хьюго поговорим. Здравия. Задание провалено. Грузовик и контейнер уничтожены. Считаю, что необходимо информировать центр и начать эвакуацию. Мне чертовски жаль, Хьюго. Спешу успокоить вас, Джей Джей. Все нормально и все идет по плану. Главное в том, что вы нашли все-таки грузовик. Контейнер и в его кузове... Итак, был в нарушенном состоянии. Испортить его сильнее уже ничто не смогло бы. Не понимаю вас, Хьюго. Есть другой грузовик и другой контейнер, Джей Джей. И по нашим данным, контейнер в идеальном состоянии. Значит ли это, что операция продолжается? Разумеется. Круг людей, знающих о том, что вы ищете грузовик с контейнером, по мере продвижения операции, так или иначе, должен был увеличиваться, пока не достиг бы критического размера. Когда можно было говорить о том, что последний новичок в зоне знает о целях вашего задания. Сейчас же пройдет информация, что крутой наемник Джон Джон сел в лужу, провалив задание и теперь просто ищет выход из центра зоны.
Мне нравится. Еще бы, мне тоже нравится. Я дам вам снимок нужного нам объекта. После того, как обнаружите его, просто сообщите мне о находке, не проявляя к объекту явного интереса. И можете отправляться в зону буфера. Это и будет завершением вашего задания. Я все понял. Теперь можно несколько вопросов? Сколько угодно. Как вам удалось пересечь барьер? Ведь, как я понимаю, при нашей последней беседе инвертора у вас не было, зато их в избытке имелось у торговца Сидоровича. Ксеноформы. Ксеноформы представляют из себя неактивированные инверторы пространства. Сидорович неплохо нажился, когда вдруг все ксеноформы переключились в рабочее состояние. Он продавал их по 250 тысяч за штуку, и мне посчастливилось успеть приобрести один. После перехода ваш инвертор испортился? Не у меня одного. Похоже, что у всех владельцев инверторов возникла эта проблема. Исключение корпорация. Я думаю, они нашли способ пересечения барьера без инвертора. Я так понимаю, американцы ушли с периметра? Да. И их склад достался корпорации. Были столкновения с SBGRC. Ну, договариваться не пробовал. Зря. Или их легко можно купить. Учту. Если после завершения операции я найду способ пересечь барьер, ждать ли мне вас на границе барьера? Нет. Повторяю, ваше задание будет считаться выполненным после сообщения о находке грузовика. Что бы ни произошло после находки грузовика, вас это уже не касается. Хорошо. Есть необходимость остаться в центре зоны? Это мое дело, Хьюго. Согласны? Да, конечно. Итак, удачи нам обоим, Хьюго. До связи. Так. А вот теперь Гоша резанный. Ага, здорово. Поменял памперс. Какой памперс? Тут это, Лёшек про тебя спрашивал. Что ему нужно? А я знаю. Спросил, не объявился ли, мол. Если будет надо, найдет. А ты не бойся, железной морды в баре уже нет. Ха-ха. Так, ага. Пятнашка у него. Замечательно. На тебе калаш. Да и все, наверное. Слушайте, у вас пистолет этот дорогущий, а? А че он такой дорогущий? Так, ну что, кажись, все. Так. Знаете, у меня какое предложение, ребят? Может быть, с синоптиком еще раз перетрем? Потому что пока я дальше развития событий не вижу. Ух ты, блин, поезд весь в электрах. Кстати, ребят, вы посмотрите, кого я встретил по пути к синоптику. Это эти два красавца текают, которых я, видимо, освободил из заложников. Ну давайте, ребята, кто первый? Так. Где там этот синоптик? Я надеюсь, он на месте еще. На месте. О, снова привет. Менять лагерь вам надо, синоптик. Со злодеями разобрался, но место для базы у них было выбрано хорошо. Могут новые объявиться. Спасибо тебе, брат. Спас моих. Но куда нам податься, пока здесь работа еще не закончена? В депо, братки из группировки Бормана. Думаю, вам лучше поближе к ним быть. Плохого про них сталкеры не рассказывают. В депо, там же только Гришка маялся. Полно народу там сейчас. Если что, отобьете сообща. Синоптик. Слыхал я про одного синоптика. Только он не погодой занимался вовсе. Не про тебя это? Хм, сейчас только понял. Это же территория буфера. Ее не существует в реальности. Какой может быть прогноз погоды? За дурака меня посчитал? Да нет же. Ну и что? Что буфер? Здесь тоже действуют законы физики. Происходит смена дня и ночи. Погода меняется по непонятным и странным законам. Но меняется. Может, дело в реке? Что за река? Невидимая? У депо? Мы называем ее рекой времени. Вероятно, эта река и есть визуализация границы между буфером и реальным миром. Стикс. Да,
аналог мифологической реки, отделяющей мир живых от царства Аида. Куда тебя понесло? Буфер мозги выворачивает. Вода в реке невидимая, словно это и не вода вовсе, а мысли. Звук у реки, словно неспешная людская речь. Кстати, ребята, я заметил, когда я мимо вот этого устья пробегал, какие-то как шептания были. А река времени – это большая аномальная зона, граница между мирами, обладающая положительным воздействием на подсознание человека. В река времени – единственная в зоне отчуждения аномалия, в которой исцеляется человек. Мы искали новое аномальное образование, и река времени отображалась на сканерах, но непривычным цветом. И мы никак не могли определить ее размеров, что и заставило разбить невдалеке лагерь. А ночью словно меня что-то или кто-то разбудил и подтолкнул к ней, и я вошел в ее невидимые воды. Я заснул под мостом и видел вместо привычных кошмаров хорошие сны. Такие, как в прежней жизни. Я никому из своих не рассказывал про это, но знаю, что и Миха, и Бен тоже ходили ночью к реке. Ладно, пойду я. Вдруг это заразно. Прощай, синоптик. Вдруг это заразно. Так, а вы мне что расскажете, красавцы? Не, ничего они мне не расскажут. Так, и вот у меня новое задание. Хоть Джей Джей дал знать, что ему пофиг, но все-таки задание отобразилось. Джей Джей мучается во сне от изматывающих его кошмаров. Надо проверить слова синоптика. Чем черт не шутит? Вдруг поможет. Да, в принципе, может быть, Джей Джей избавится от кошмаров, кто знает. Посмотрим. Вот она. Вот она, эта река времени под мостом. Давайте туда и направимся. Так, ну что, вот мы и на месте. Под мостом. Ну да, как будто невидимая речушка. Воды нет. А что-то под ногами хлюпает. Значит, вот это место. Что там у нас со временем? 12 дня? Ну ладно, хрен с ним, давайте ляжем, поспим. На 4 часа. Что-то я не понял. По-моему, ничего не произошло. На самом деле. Почему? Так, а если лечь спать на 9 часов? Давайте, наверное, на 9 уже по максималке. Проверим, мало ли. Так, и чё? По-моему, ничего не произошло. Странно. Так, короче, ребят, я понял эту фишку. Походу, делать это, скорее всего, надо ночью. А посему мы сейчас ложимся спать. Так, сейчас 9 вечера, да? Ну, давайте, наверное, дождемся часов 10-11, наверное. Где-то так. Допустим. Так, час, два, три.
Опять бедолаги кошмары снятся. Так, ну и давайте попробуем теперь поспать под мостом. Вот что-то происходит. А, он сам вырубился, даже спать не надо. Кажется, он такие кошмары раньше видел. Ничего не изменилось. Так, и чё? Джей Джей мучается во сне от измывающих кошмар. Надо проверить слова сейчас. Так. Пройти по реке под мостом. Так, задание выполнено. Ну и чё, всё, теперь кошмары ему сниться не будут? Так получается. Так, я бы, конечно, до утра еще отдохнул. Так, давайте глянем. У нас других никаких диалогов не будет с нашими ребятами, которые там. С Хьюго и остальными, и Резаным. Может быть, с Резаным что-то будет. Не, ребят, ничего нету. Ну тогда что? Найти Рипли, встретиться со стражем. Так, найти скрягу. Найти второй грузовик. Вот как-то так. В заданиях ПДА отсвечивается. Так, куда у нас есть переходы? В бар. Ну, ребят, походу тогда только в бар нам остается идти. Больше некуда. Так, ну вот я в баре. Блин, как-то меня этот купол немножко напрягает. Без него посимпатичней. Когда ж мы его уже уберем нафиг? Ничего, думаю, к концу мода уберем. В любом случае. Так, а это у нас кто? Ага, опять Рён. Ну что ж, Рён, раз ты мне подвернулся, на-ка тебе вот это вот. Забирай. И пистолет забирай. И патрончики забирай. А теперь давай пообщаемся. Привет, Джо-Джо. Привет, Рён. Ряди твой отряд. Да, есть потери. Откуда идешь? Со свалки. Там должны быть парни, называют себя группой синоптика. Видел их? Нет. А что? Мне нужен сам синоптик. Есть вопросы к нему. Погоди. Сообщение. Черт. Сюда движется волна мутантов. Джо-Джо, у долговцев есть где-то активатор системы минных заражений. Найди и активируй. Или всем нам туго придется. Понял? Работаю. Ух ты, еще и на время. Вообще прекрасно. Так, ладно. Давайте попробуем. Угу. Ну вот, в принципе, и все. Теперь наблюдаем веселую картину, как хрюшки подрываются и превращается просто в кучу, в большие горы фарша. в кучу и в горы фарша. Так, минные поля активировали. Что-то мутантов пока не видно, если честно. А, ну вот плоть, пожалуйста. Теперь что там? А, кровососики поперли. Дальше.
Кого вы там шмаляете, ребята? Еще кровососа. Вот настырные какие. Охренеть можно. Они, по-моему, один ко мне, по-моему, в гости пришел. Главное, чтобы он меня не вынес. Пока я тут наблюдаю. А, я вообще на крыше. Ну, прекрасно. Так. Сейчас я его вынесу. Знаете, живучий попался. Так. Так, зачем тебе синоптик? Он знает тропу на генераторы. Вот как, ладно. Удачи, Ленни. Так, атака мутантов, задача выполнена. Но мины, ребята, остались. Это надо учитывать. Это надо учитывать. Так, а дальше вот что. Раз, два. Три. Четыре. Пять. Так, больше мне ему пока вообще не есть что продать. 3400, замечательно. Так, может, это тоже беседовать начнет? Да, начнет, но, к сожалению, у него... А, вот, все, отлично, есть. Так. Патроны для калаша, вот эти вот. Забирай. Слушайте, гляньте, у него даже починиться можно. Так, Ух, нифига себе, 200 штук на даггер. А что, он у меня прям так поизносился? Прилично. Ну ладно. 184 за экзу. А вот это, кстати, по-божески. Так, ТТ мне нафиг не надо чинить. ВССК у меня полностью исправен. Ну и хорошо. Так, что дальше? Что же дальше?